Они сжимали в руках иконы и молились, чтобы она их услышала. Чтобы услышала и простила глупых, безрассудных мальчишек, их сыновей, за проступок которых им безумно стыдно. Правда, то, что случилось проступком, называют только матери задержанных. На языке следователей это звучит как групповое изнасилование. Сыщики сами добавляют, совершенное с особым цинизмом. Жертва преступников – пенсионерка Татьяна Васильевна. Как вы себя чувствуете? Здравствуйте. Да так. Неважно. Во всяком. Может быть, помощь какая-то нужна, да. Какая нам что нужна вы, помощь? Что бы, может быть, что-то вы хотели бы, какую-то помощь? Говорите. Да не надо нам, наверное, ничего. Ну, чем сможем, ну, поможем. Чем сможем, мы поможем. Стараемся. Говорите, не стесняйтесь. Может, продукты, мебель, что-то. Может быть, мебель какую-то у нас. Продукты нам. Мебель, что у нас? Есть вот кровать, ну, шпанер, да, стол. Как у всех. Какая нам мебель? Сырован. Продукты. Сырован стоит. Говорить, не стесняйтесь. Продукты вон сын со снохой помогает. Ну и сын со снохой. А ну, само собой. А нам двоим хватает. Ну, еще раз, конечно, просим прощения. И нас, как матерей, может быть, где-то не разглядели. Ни вы не доглядели. А это они уже сами по себе пошли. Это они пошли, вот они сами. Простите, пожалуйста. Ну, я еще раз настаиваю, что конкретно вот мой сын, я не знаю, не мог, он просто не мог вас с вами так поступить. Сейчас любая так скажет, я тоже так могу сказать. Говорите. Я тоже никогда говорите. Не мог. Он даже со мной дома никогда не огрызался. Раз он мне только ответил, мама, у меня своя семья. И все. И больше ни разу я от него не слышала. Я тоже... Я тоже не верю, что сын не мог такое сделать. Мы готовы помочь. Мы говорим, чем сможем, мы тем поможем. Ну, в пределах разумного, конечно. Может быть, вам не нужны там крупы, кормят, вы говорите, вас родственники, мебель не нужна, хватает вам. Может, как-то материально какой-то, деньги вам немножко нужны. Сколько ночей бессонно. И он чтобы еще раз пошел куда-то. Он теперь из дома ноги не шагнет. Не знаю. Они вину осознали все. Может, кто-то и не был, но они же все признались. Да просто нужно иметь какое-то сожаление. И уметь прощать. Это не я сказала, это Бог сказал. Просто, конечно, просим еще написать заявление, но не наказывайте. Вы не нет, свою жизнь с нашей стороны, вы не переживайте. Ничего с вами не случится. Это уже, не переживайте. Это уже наша проблема. Это уже... Это даже и в мыслях это не держите. Это я за своего говорю. Ну и любая, наверное, мама я так скажет. Говорю. Мы столько пережили, и они тоже пережили, конечно. Это им урок на всю жизнь. Простите, пожалуйста, я вас умоляю, простите. Татьяна Васильевна с сочувствием смотрела на гостей. Своих детей у нее никогда не было, но то, что чувствуют эти женщины, она хорошо понимала. Пенсионерка уже готова была сказать «прощаю», но на секунду, закрыв глаза, снова вспомнила эти лица, грязные руки, истеричный смех, стоны парализованного брата, пытающегося ей помочь, и слова «Тихо! Убьем!». Родители Татьяны Васильевны умерли, когда она была еще подростком. Им с братом самим пришлось вставать на ноги. Именно тогда они поклялись, что никогда не бросят друг друга в беде. У нас осталось двое. У них сын есть. Но у них племянник. Родители у нас в Саратове умерли. Больше у нас нет никого. Личная жизнь у женщины не сложилась.
Супруг ее бросил еще в молодости. Второй раз замуж так и не вышло. От одиночества ее спасал родной брат. Всю жизнь Борис был рядом и помогал как мог. Но однажды случилось несчастье. В Саратове мы жили, он там упал. Вечером пошел в магазин. В подъезде темно было. Он упал. Там в больнице лежал в Саратове. Диагноз врачей прозвучал как приговор. Мужчина не сможет больше ходить. Из Саратова Татьяна Васильевна перевезла Бориса в деревню. Чистый воздух шел ему на пользу, да и ухаживать за ним тут было проще. А кто же за ним будет ухаживать, когда у него нет никого? Сын не приедет, стирать он на него не будет. Если приезжают, когда продукт, то привезут. А вся стирка, мойка, это все на мне. Брат с сестрой вели спокойную жизнь. С соседями общались мало, а все свободное время проводили в молитве. Татьяна Васильевна надеялась однажды скопить денег и отправиться с братом в путешествие по святым местам. Единственное мое желание – съездить на Вавилов дол, набрать воды. Может быть, ему станет легче, и он, может быть, пойдет. А так, как я его повезу? Нанимать такси – это я всю пенсию туда-сюда прокатаю. Но все мечты и все планы на будущее перечеркнул один день, который пенсионерка не сможет забыть уже никогда. Этот день стал роковым еще для нескольких семей. Мария Александровна никогда не забудет момент, когда ее счастливая и безмятежная жизнь превратилась в безнадежную. Телефонный звонок из Следственного комитета вдребезги разбил ее мечты о спокойной старости в окружении внуков. Неужели ее сын, такой внимательный и заботливый, способен на такое? Как же это получилось, что тот, в воспитании которого она вложила всю душу, незаметно превратился в отъявленного мерзавца? Так и не найдя ответа, мать потеряла сознание. Следователь рассказал, что ее сын Алексей задержан по подозрению в групповом изнасиловании. Жертва – пожилая женщина. Мария Александровна отказывалась в это верить, ведь она мать, знает Алексея лучше всех и точно уверена, ее сын на такое просто не способен. Я даже не сомневалась ни на минуту, что он там мог быть. Тем более, когда я узнала, что женщина постарше чуть меня – это уже 100%. Он бы не смог. Он не смог. Чисто он воспитан не так. Я когда узнала, в чем его задержали, я даже, как сказали, я сразу сказала, это неправда. На первом же допросе подозреваемые стали давать признательные показания. Их откровения шокировали даже опытных следователей. А как ты предложил, что ты сказал? Сказал то, что уже не местный. Недавно приехали. Знал, что провел я? Знал. Крики слышал я? Нет. Крики нет, она только говорила, уйдите, типа. То есть она не хотела? Ну да, вот, когда первый раз. Уйдите. Типа. Лёшка сказал, давай ты теперь. Я сказал ему, я не могу, потому что никогда этого не делал, не было никогда. Что ты сделал? Потому что ну, я одел презерватив и подошел к ней. Больше всего следователей поразило то, что все подозреваемые не старше 23 лет. Трое из них женаты. У Алексея Труханова и Василия Смука были дети, а у Рашида Шамсудинова жена на седьмом месяце беременности.
Молодые люди были образцовыми мужьями. Никто из них никогда не был судим. Нормальные вроде такие ребята, характеризуются они довольно-таки положительно. Двое из них работают официально, тоже положительные характеристики по месту работы. И, собственно, никогда в чем-либо криминальном, либо в каких административных правонарушениях они никто замечен не были. На допросе молодые люди подробно рассказали следователям, что произошло той ночью. Вечером после работы Александр Букин и Алексей Труханов встретились в баре. Ну, пили, ну, время было, может, час где-то ночью. Вот потом вот с кафе «Три семерки» вышли Смук Василий и Шамсудинов Рашид. Вот они к нам присоединились. Потом один из друзей сказал то, что говорит, давай найдем день девчонок. Я сказал то, что ты сейчас в это время уже нигде не найдешь их. Потом я ему предложил то, что вот знал то, что ну, там живут местные, приезжие. Предложил им туда съездить. Шамсудинов сказал, это, типа, тут есть одна вот. Как он сказал, как же сказать? Типа, короче, говорит. Поехали к ней, говорит, типа, там вот дом, ну, типа, хата, говорит, все есть, там тепло. Молодые люди подъехали к дому Татьяны Васильевны. Время было позднее, света в окнах не было, и пенсионеры давно уже спали. Когда мы приехали, мы с домом стояли, еще пиво попили немножко. Потом зашли в калитку. Первая дверь была открыта, вторую дверь я выбил. Чем? Ногой. Зачем? Не знаю. Рашид выбил дверь. Ну как он? Толкнул. Одной там в доме темно было. Включил на кухне свет. И вот пошел в эту комнату, где вот эта женщина была старенькая. Мы с Аней сели на кухне там. В этом коридорчике сели, пили там. Васек пошел еще по какую-то, короче, комнату, там вот мужик какой сидел, что-то с ним начал говорить, и все. Спал я. Сразу мне лицо на руку положили вот так вот. Лежи, не двигайся. Прижали меня вот к подушке. Я и не так, не повернуться, ничего. Молодые люди приказали Василию молчать. Пока двое держали мужчину, остальные зашли в комнату к Татьяне Васильевне. Я говорю, вы что делаете? Что они в ответ на это говорили? Сейчас, говорит, рыл тебе все расшибем. Заткнись. Ну, матом я сейчас не буду говорить. Потом уже один какой-то крикнул. Давайте, говорит, уже светать начинает. Издевательства продолжались несколько часов. Когда молодчики ушли, Татьяна Васильевна лежала и плакала, не в силах поверить, что с ней произошло. Чем она заслужила такое наказание, спрашивала женщина себя и не находила ответа. У меня вот так вот по ногам кровище шпарило. Я сначала все это отмыла. Потом налила воды, начала там в комнате полы вытирать. Они когда уходили, говорят, если куда заявишь, считай, говорят, что ты покойник. Я говорю, да лучше вы меня тут, в доме, покойником оставили. У меня все желания были. Я уже хотела и веревку нашла. Хотела он где-нибудь в сарае повесить, чтобы скорее чтобы не мучиться. На следующий день всех четверых задержали. Молодые люди проводили время с женами и детьми, даже не допуская мысли, что пенсионерка осмелится обратиться в полицию.
После случившегося Василий больше всего корил себя за то, что не смог ничего сделать. Если бы он только мог встать. Если бы он только мог. Прости меня, Татьяна, что не мог помочь. Да ладно. Все уж прошло. Борг, я на тебя не обижаюсь. Ты мне ничего не помог. Несколько дней после нападения Татьяна Васильевна не могла заснуть. Пенсионерке казалось, что ее мучители в любой момент могут вернуться. Она даже следователю не верила, когда тот убеждал ее, что подозреваемый находится за решеткой. Не верила до того момента, пока ее не пригласили на очную ставку. Правда, решиться на нее пожилая женщина долго не могла. Трагедия отложила на психике Татьяны Васильевны тяжелый отпечаток. Она долго стояла перед дверью, прежде чем переступить порог камеры. Извините, пожалуйста, если сможете простить. Не надо мне на колени вставать. Так получилось. Я очень в этом раскаиваюсь. Если надо чем-нибудь, я вам помогу деньгами. Ты не в церковь стоишь. Поднимись. Извините, пожалуйста. Никогда со мной такого не было. На корвалоле сижу. И утром встаю, корвалол пью. И на ночь. Я просыпаюсь от того, что машины по улице проезжают. Я уже вздрагиваю. Вскакиваю, смотрю в окно. К нам подъехали или не к нам. Ночами уже не спишь. От всякого шороха просыпаешься. В тот момент я вообще ничего не понимала. Даже не слушала. Как нас сюда привезли из Саратова, мы жили спокойно. Нас никто не беспокоил никогда. Я обязательно буду помогать. Выйду на работу каждый месяц, буду заносить деньги. Правда, немного, по 3000. Потому что у меня семья, 2 детей. Тоже надо кормить. Татьяне Васильевне было жалко оставшихся без отца детей, жен, оставшихся без мужей, но простить ее сердце оказалось не в силах. Татьяна, простите нас, пожалуйста, за все. Пожалейте, пожалуйста, мою мамку, больную, жена беременна 7-м месяце тоже. Не оставляйте их одних без отца. Сами знаете, как это. Нет, тем более сейчас в наше время. Вы думали, куда вы шли? Да я не знаю, о чем мы вообще в этот момент думали. Пожалуйста, прошу вас, простите, пожалуйста. Только не сажайте, пожалуйста, нас. Жалейте, пожалуйста, наших родителей, жену, пожалуйста, умоляю вас. Не надо передо мной на колени стоять. Простите, пожалуйста, нас, прошу вас. Встань. Умоляю вас, пожалуйста, не оставляйте только родных и близких без нас. А вы думали, когда ушли? Я не знаю, о чем мы вообще думали в этот момент. Ну, зачем вы поехали? Ну, другаться, не знаю, честно, поиздеваться надо мной. Не хотели эту правду, пожалуйста, поймите, не хотели. Вы видели на матрасе, сколько крови было? Как будто быка резали на этом. Умоляю вас, пожалуйста, простите нас. Бог простит. Прошу вас, пожалуйста. Ни бог и ни царь. У меня сын родится через 2 месяца. Я не хочу, чтобы они были без отца. Пожалуйста, прошу вас. А такой отец им нужен? Пожалуйста, прошу вас. Чем надо, будет поможем. Не вопрос вообще. У нас только надежда осталась только на вас. И все. Больше не на кого. Простите нас, пожалуйста. Прошу вас.
Бог простит вас. Простите, простите, простите. Рашид словно в заклинании повторял это слово. Кажется, только сейчас, находясь в одиночной камере следственного изолятора, он наконец осознал, какое чудовищное преступление совершил вместе с друзьями. Его малыш появится на свет, когда папа будет в тюрьме. Но самое страшное, как теперь смотреть в глаза матери? Матери, которая верила, что воспитала достойного сына. Мам, простите меня, пожалуйста, за все то, что я сделала. То, что вообще так получилось. Сам вообще просто не понимаю, как вообще так могло быть. Сама знаешь, мам, то, что всегда все нормально было. Я просто вообще не сам не понимаю, как мы вообще, зачем мы туда вообще поехали. Я не верю этому, что случилось. Как мать, я не верю. Потому что у меня дети все хорошие, не так воспитаны. Я сама не пьяница, кажется. Я веду опыт жизни, думаю, что это хорошее. Еще раз, мам, простите меня за все то, что так все вышло. Ну, все нормально. Где здесь? Попозже будет. Я знаю, что ты не мог этого сделать. Просто оказался не в то время, не в тот час. Я верю тебе, сынок, верю. Ты мне не такой вообще. Просто выпивший был, и все, полез, туда пошел. Пьяный был, поехал с вами. Встретился. Ты у женщины, ты прощения попроси. Я тоже попросил. Спасибо. После встречи с сыновьями Лидия Васильевна и Марина Александровна решили встретиться и обсудить, как можно помочь той, над кем надругались их сыновья. Женщины чувствовали, что пусть и косвенно, но тоже виноваты перед пенсионеркой. Марин, у ней это, нужна ей помощь. Пострадавшая. У ней больной брат. Им нужна коляска инвалидная. И свозить в Вавилонов. У меня есть возможность свозить Вавилонов. У меня у брата есть машина. Мы только за. И коляску давайте купим. Без проблем. Надо купить, да, и свозить. Я потому что давила Вавилонова не могу. Я не против тоже. Ты уж, пожалуйста, возьмите на себя. Скажи от всех. Пусть, может быть, она там, да, помолится, и мы, и ты помолись. На следующий день женщины появились на пороге дома Татьяны Васильевны с одной лишь просьбой – простить их сыновей. Просто, конечно, просим еще написать заявление, но не наказывайте. Вы не свою жизнь с нашей стороны, вы не переживайте. Вот коляски, инвалидная коляска хотим. Это для брата? Для брата. Как бы мы знаем. Мы знаем, что он болеет. Нет, плохо вроде ходит. Ходит плохо. Решили, возможности нету. Купить и мы решили купить коляску. Да для брата. Ну, для брата. Для брата. Ну, для брата. Это как помощь. Это помощь. Ну, это за это спасибо. Простите, пожалуйста, я вас умоляю, простите. Простите, старайте. Простите. Ладно, прощаю я ваших уродов, потому что это не дети, а выродки. Конечно, мы все это понимаем. Миллион раз прогоняешь все это в мозгу. Не дай бог, конечно, никому, что вот это все пережить и этой стороне, и нашей стороне. Это не дай бог никому. Даже врагу. Женщины решили исполнить давнюю мечту пенсионерки. Вместе с братом отвезти их к святому источнику в Вавилов дол.
Как говорят в этом удивительном месте, многие смогли найти избавление от своих бед и болезней. Господи, помоги брату подняться. Не оставь меня одну. Давно хотела сюда прийти. Вот пришла сюда. Господи, помоги, Господи. Давайте, может, поможем нашу мать придумать. Наконец-то мы приехали сюда. Да. Давно собирались. Борь, поднимайся потихонечку. Ножки себе смочили святой водичкой. Бог поможет тебе подняться. Именно в этом месте Татьяна Васильевна и вспомнила о христианских заповедях, задумалась о всепрощении и поняла, что просто обязана каким-то образом облегчить судьбу своих недавних мучителей. Уже с утра она была в кабинете следователя. Я готова написать заявление, чтобы им дали какое-нибудь снисхождение. Вы точно этого хотите? Да.